о наличии ИППП могут свидетельствовать следующие симптомы. Это наличие патологических необычных выделений из половых путей, они могут быть с неприятным запахом, необычным по цвету и консистенции. Также возможно появление зуда, жжения в области наружных половых органов, проблемы с мочеиспусканием, дискомфорт при мочеиспускании и некоторые другие симптомы. Однако следует помнить о том, что очень часто ИППП протекают совершенно бессимптомно, поэтому важно своевременно обследоваться на данные инфекции для того, чтобы вовремя провести их лечение.